В системе профессионального образования мы тоже встречаем целым рядом проблем. Это активное развитие компактных модулей освоения конкретных квалификаций, в том числе на базе учебных центров корпораций, и начало работы этих центров корпораций, в том числе на открытый рынок. Это новая тенденция. Многие корпоративные университеты начинают работать и по горизонтали, по отношению, не боятся больше работать даже с конкурентами, что является показателем усиливающейся рыночной власти тех или иных корпораций. Очень важная тенденция, которая отражает то усложнение инженерной, в первую очередь, профессии, о которой я говорил, это возможность перехода от 4- к 5-летней первой стадии подготовки инженера, потому что это гораздо более фундаментальный инженер теперь, и в дополнение к этому необходимость развития одногодичной магистратуры и разрешение специалисту тоже иметь бесплатную магистерскую подготовку. Тем самым мы складываем контур подготовки фундаментального инженера, который исключительно нужен для развития нашей экономики, нашей промышленности в ближайшие 10 лет.